Всем приветики! Я нахожусь в Обухово, и сегодня впервые за 3 или за 4, наверное, уже месяца я вылетаю с города в город, Кемерово. У меня такие необычные эмоции, я никогда в жизни так долго не отсутствовала, поэтому погнали! Да, именно такой вид открывается, когда я только захожу в свою квартиру. Мне безумно нравится, что у меня, можно сказать, большие панорамные окна, в спальне более панорамные, в зале, скажем так, менее панорамные, но вполне меня устраивает. Проходим сюда. Мое изобретение — это вот такая вот инсталляция над диваном. Зеркальце из Леруа, и оттуда же, кстати, рамочки. Я все мечтала повешать в них какие-нибудь семейные фотки. Ну, в общем, полгода они уже висят без фотографий. Я не знаю, что может быть более длительным, чем заняться распечатыванием фотографий. Та-да-да-дам! Диван! Абсолютно случайная находка. Мы поехали в первый попавшийся мебельный магазин. Ну, в городе он у нас единственный. Это Сити Дом. И стоит вот эта вот мечта. Ну, я прям реально не представляла, какой у меня здесь должен быть диван. Так как сейчас мы перейдем к кухне, я вам покажу. Ну, это просто чудо за 25 или за 30 тысяч офигенского качества. Серый, такой, знаете, как котики таким бывают. Короче, мне безумно нравится. Помимо всего, он удобный. Единственный минус, он не раскладывается. Но у меня и нет гостей, которые бы остались с ночевкой на диване, поэтому... Вот моя прелесть стоит, и у меня было безумное количество запросов о том, чтобы я рассказала, где я его купила. Это фирма София, был такой еще в коже, но у меня вот замша или что это. Крутой, нравится. Подушку, кстати, дали в подарок. Люстра, кстати, из Икея, обалденная. Когда я ее увидела, я сразу подумала, что мне она нужна, потому что у меня везде есть вот эти золотые детальки. А вот это моя прекрасная кухня. Господи, единственное, что я знала, что я хочу, как я хочу, чтобы это выглядело, это была кухня. Вообще, я видела такую модель в Икее, но икеевские кухни не подошли абсолютно по габаритам, под ту разводку, которую мы сделали, и я просто заказала под заказ такую же, как в Икее. Вот здесь у меня... встроенная техника, посудомойка, соответственно, духовой шкаф, который не используется практически никогда. Все, как вы видите, даже не запачканное. Пару раз я тут что-то готовила. Электролюкс. И вот это очень дешевая вытяжка. Не знаю, вот уже, знаете, сэкономила, и посмотрите, какой срам и позор. Не подошла вот эта к ней труба. В общем, надо делать вот такую же деревянную, сюда закрывать. Но вы не смотрите вот сюда. Сама кухня, конечно, потрясающая. Очень классное качество. Вышло недорого. Если что, кто из Кемерово, пишите, я вам дам контакт офигенного мастера. Опять же, икеевская потрясающая вот такая вот люстра. Холодильник с драйвами, кстати, делать не стала. Мы взяли Samsung. Очень какая-то у них была популярная модель. И у меня здесь, смотрите, что Санкт-Петербург 2020. Классно. Я ненавижу магниты, но мы с девчонками гуляли по Питеру, был такой классный день. Купили эти магниты, и мне очень нравится, что у меня здесь всегда напоминание о моих подружечках. Кстати, большинство блогеров сейчас показывают содержимое своих холодильников. Пойдемте, я вам покажу свое. Да-да-да-дам. Пусто. Ой, какой он чистенький, зато, знаете, обожаю минимум уборки, когда ты не готовишь и ничего не ешь дома. И вообще живешь в другом месте. Ну ладно, тут бабушкины сырения, варенье и вот арахисовая паста. Все, обзор закончен. Еще немного о кухне. У меня тут есть вот такая красивейшая подсветочка. Смотрите, с подсветкой как красиво выглядит. Подождите, еще одна есть. Еще одна где-то здесь. Бах! Красота! Вечером я просто включаю ее и наслаждаюсь. Я вообще обожаю, знаете, такой полумрак. Что по посуде? У меня стоит здесь чаша из Кюхенленда. В этой чаше, соответственно, различные украшения. Тут
различные бокальчики. У меня был целый набор, 6 штук вот таких классных бокалов из Кюхенленда. Мне дарили мои друзья. На день рождения тут тончайшее стекло. Они офигенные, но, пожалуйста, не нужно их пихать в посудомойку, иначе они просто ломаются. Осталось 2. Надеюсь, выживут. И вот такие вот чашечки мне дарили за рекламу в Инстаграме. Зеленые и розовые. Блин, потрясающе. Я обожаю свою квартиру. А вот эти чашки мне дарила бабушка, потому что она сказала, в любой уважающей себя квартире должен быть сервиз. Вот у меня есть сервиз. Белый такой, с золотом, очень классический, красивый. Во второй полочке у меня вазы под цветы. Обожаю. Одна розовая, другая прозрачная. Идеально сочетаются. Когда цветы подходят под розовый цвет, я беру вот эту. Блин, фикс прайс, по-моему, стоит порядка 200 рублей. А это Леруа, тоже около 200. У меня здесь стоят капсулки для кофемашины. И сервиз, опять же. Остались из биодобавок у меня только омега-3. Пусть стоят, ждут своего часа. И свеча какая-то там. Телевизор, который не работает от слова никогда. А вот здесь я варю себе всякие чаи. Чайник Redmond, пожалуйста, стрёмный какой-то. Давайте включим свет, и я вам покажу обеденную зону. А, вот такие стулья, тяжелые, деревянные, ими можно убить. А, я брала их в Икее, они очень крутые. И супер, вписался стол за, внимание, 2 или 3 тысячи рублей. Он, конечно, без понтовый, если присмотреться, прям совсем такой ДСП. Но, что делать, бюджеты были ограничены, и, в принципе, он меня устраивает. Нужно просто покупать какие-нибудь салфеточки, все будет отлично. Вид у меня во двор, и я всегда контролирую, кто ко мне сюда вот может приехать. Никто не приезжает. Пожалуйста, парковки, детские сады, школы, магазины, все у нас прекрасно и отлично. И еще вот в этом районе живут, мне кажется, просто все, абсолютно. Подарили вот такие вот цветочки примерно год назад. Я их засушила, ну, в принципе, все с ними это делают. И вот так поставила в вазу и просто наслаждаюсь. Идеально они комбинируют, дают какое-то настроение. Короче, лайфхак. Плавно переходим к произведению моего мозга. Это я просто вынесла мозг всем строителям города Кемерово, чтобы мне сделали вот такую разработку. Я должна получить за нее Нобелевскую премию. Это двери, которые заезжают в стену. Обратите внимание, ни с этой, ни с этой стороны этой двери нет, она в стене. Я считаю, это прекрасно. Вот таким образом они закрываются. И вы спокойненько наслаждаетесь сном, пока в той комнате человек занимается своими делами. За счет того, что не могут мне сделать герметично, конечно, есть слышимость, но она минимальная. А это мое любимое зеркало. Оно такое маленькое, компактное. Я его брала в Леруа, кажется. И вообще оно относительно недорогое и очень качественное. Идеально вписалось в интерьер. Смотрите. Шторы я брала в Леруа, которые в очередной раз коротки для таких, соответственно, окон. Кровать – это Икея, собственно, как и тумбочка. Тумбочка, кстати, из моей старой квартиры, она у меня уже очень много лет. Тут у меня стоят всякие книжки. Я не знаю, интересно будет сделать на них обзор сейчас в этом блоге. «Мастер и Маргарита» – какое-то коллекционное издание мне дарила мама. Потрясающие картины, вообще, очень крутая. «Атлант расправил плечи», я осилила только одну часть, дается не слишком легко, но интересно. Вот эта книга, вообще можно сказать, для психологов, но для тех, кто увлекается межличностными отношениями, тоже будет полезно, называется «Мир нарциссической жертвы», мне в чем-то помогла разобраться. Дальше «Булгаков. Собачье сердце», мировая классика. Эту книгу мне дарила моя подруга про личный бренд, когда мы занимались
активно нашим магазинам. Я читала эту книгу, мне очень нравилось. Это какой-то у нас ежедневничек пустой. А, тоже дарила моя мама коллекционные издания, классические книги. Русская любовная классика. Тут, знаете, романы вроде «Бедной Лизы». И люблю перед сном почитать что-то романтичное. Мне нравится. Постельное белье у меня светло-розовое. И может показаться, что это Икея. Но, блин, это Home Club. Это лента. Никогда не берите. Оно отвратительного качества. Оно просвечивает. И выстирывается. Короче, мне не нравится, но пускай лежит, раз купили. Моя отдельная любовь для чтения книжек – это вот такой икеевский ночник или торшерчик золотой. Он идет один в один с моими люстрами, которые в зале. А вот в спальне висит такое, знаете, как похож на скворечник. Там должна сидеть птица. Вот, он просто супер сочетается с кованой кроватью, и мне показалось бы это интересно, знаете, чтобы не все было одинаково золотое, да, а какие-то интересные детали я вообще не пожалела, мне очень нравится, правда, я его никогда не включаю, я ненавижу светлые освещения, вот такие, когда как в больнице, у меня дома всегда мрак. И мне кажется, так намного уютнее. И тут мы видим мою гардеробную, которая еще капец какая недоделанная. Тут должны были быть двери. Из-за того, что не сделаны двери, не сделаны плинтуса в единственном месте. Кстати, плинтуса у меня очень крутые. Это дерево. Прям были сложности с установкой, но я ими горжусь. В общем, стоит у меня там просто рейл, стоит у меня там гладилка, сушилка и всякое такое прочее. Выключаем свет, пойдемте, мне неудобно вам это пока показывать. Если говорить про задумки, то здесь у меня было должно быть мягкое кресло какого-нибудь яркого цвета. А напротив, в углу такой, знаете, белый комод с различными статуэточками и прочими ништяками. Вообще, как вы поняли, я не минималист, я люблю такой вот стиль. Кстати, ковер был куплен еще когда не было от слова ничего, полный ноль, голые стены, кирпич, но ковер был куплен, потому что я точно знала, что я его хочу, и он до сих пор подходит мне везде. Я его перекладываю периодически, мне нравится. Ну, ванную комнату вы наверняка видели из моего влога про организацию. Обязательно его смотрите. В общем, не хочу задерживаться на ванне, потому что тут бардак, немытое зеркало. Меня это безумно раздражает. Прикрепляю вот здесь ссылочку. Смотрите видео про организацию из ванны. А вообще, пишите комментарии, понравился ли вам такой формат, как вам вообще моя квартира, как вам мои задумки. Мы с вами погнали дальше во влог. Ну что, война войной, а косметолог по расписанию, и я наконец-таки иду к своей Эвелине. Я в Москве вообще не ходила ни разу к косметологу, ну, потому что я хожу к Эвелине очень много лет и доверяю только ей. Я уже опаздываю, перепутала время, мчу на всех парах. Кстати, она переехала, у нее теперь новый кабинет. Сейчас посмотрим. Через 300 метров на светофоре, поверните направо. Так, мы располагаемся. У нас тут водичка. Со мной, как всегда, верный друг. Друг и соратник. В общем, приехали делать немного диспорта. Сейчас мне расскажут, куда что нужно поставить. Такая вот история. Этот человек уже 3 раза был на диспорте, ему все мало. Смотрела передачу, что ботокс, ботулотоксин, диспорт, это все абсолютно вообще безвредные препараты, даже дети некоторым колятся, зачем-то кто напряжен очень сильно. Да, и ничего такого страшного нет, я организма это не делаю. Говорят, в подмышке его колят, да? Препараты используются не только для лечения мимических заломов, но и для лечения гипергидроза. То есть избыточных отделений, подмышки.
Тебе в подмышке не надо? Ладони, стопы. Двух мог оставить в прошлый раз. Возможно, это отечность, у тебя была избыточное расслабление головной мышцы. Поэтому мы с тобой сделаем. Да, мы с тобой сделаем вот такой лайк. Слышишь, я не буду тебе делать как бы на лицо, мы сделаем с тобой живое лицо. Мимика у тебя будет слегка ограничена. Но при этом заломы образованы, морщище, но при этом заломы образовываться у тебя не будут. Слышишь? Приходите все к Эвелине уже, ее все знают, мне кажется, у нас в городе какая красивая. У меня теперь студия, кабинет вообще просто супер. Будем ходить с шишками, зато без морщин. Мне выключили, видите, мышцы, которые поджимают губу. Выключили мышцу, которая поджимает нос. Я когда хмурюсь, еще у меня глазки уже заламываются. И, конечно же, лоб самый активный. У меня тут образуются такие сухие заломчики. Вот там их тоже выключили. Но результат будет приблизительно через неделю. Пока что у меня еще все шевелится. Диспорт встает в течение там 7-10 дней окончательно. Вот, поэтому, не знаю, может быть, получится мне результат показать.